Всем доброе утро, добро пожаловать на канал Альфия ФМ. Это будет мой очередной влог. Ну что, я уже вышла из душа, у меня пока сохнут немножко волосы. Марик еще дрыхнет, у него все замечательно в жизни. Сегодня я планирую заняться такой генеральной уборкой, потому что... Та-да-да-да-да! Это жесть какая-то. У меня так много... Здесь, знаете, еще вещей с работы, что-то новогоднее лежит. Короче, я еще до конца ничего не убрала. Не знаю, чем занималась. У меня были каникулы. Ну вот поэтому сегодня, ну вот уже потихонечку в эти дни я так все убираю. Ну прям, знаете, так кардинально. Что не нужно, все выбрасываю. Ну прям нормально, короче, делаю. Не так, как там просто перекладываю с одного на другое место. Сейчас мы с вами пойдем позавтракаем. Я приготовлю завтрак какой-нибудь. Посмотрю. Не знаю, что еще пока буду завтракать. Короче, надо дойти. Еще не проснулась. У нас такой сильный-сильный мороз, но что радует, солнышко светит. И настроение поэтому такое, знаете, боевое. Хочется делать дела. Я приготовила себе завтрак, такой он получился у меня уж не затейливый, но в перерывах тут еще помыла посуду. Ой, у меня здесь вообще куча всего, потом нужно будет все это разложить и помыть новую, потому что у меня тут осталось еще как раз масло последнее закончила, нужно помыть и новое положить. И полы помыла в коридоре. Огонь! Еще до завтрака сделала кучу дел. Классно. Всем приятного аппетита. Давайте вместе со мной. И потом пойдем дальше убираться. Я к вам вернулась. И здесь у меня будет будущее печенье овсяное. Рецепт будет такой, знаете, импровизация. У меня есть мой основной рецепт овсяного печенья. И я просто туда собираюсь сейчас добавить бананы. И немножко уменьшить количество сахара. Как видите, у меня бананы такие достаточно уже зрелые, перезрелые. То есть купила большую связку, но, к сожалению, не все у меня получилось съесть. Эти три у меня что-то штучки такие мелкие так и пролежали. Но в итоге вот сейчас я даже при помощи вот обычного венчика их измельчила. И давайте замесим тесто. Попробуем, что получится. Если получится классно, то круто. Если нет, то буду искать какой-нибудь другой рецепт. Я еще знаю, что из таких переспелых бананов готовят какие-то вкусные кексы. Ну, это в следующий раз. Смотрите, какая красота получилась у меня. Итак, здесь вот мое тесто. Я выложила на противень на один. Сейчас на второй тоже выложу печеньки. И поставлю в духовку. Духовка тоже уже нагревается. Ой, какой аромат. Я добавила еще совсем немножечко корицы. Ну, прям не могу. Я люблю корицу. Все. Отправляю в духовку выпекаться. Скоро покажу, какие красавчики у меня получились. Вот такие у меня получились печеньки. Они, знаете, получились немножечко не как классическое овсяное печенье, а все-таки за счет бананов. Видите, оно такое немножко более... пышная и мягкая, но очень вкусно, мне понравилось, буду печь иногда, потому что, вот я говорю, иногда бывает так, что бананы остаются, ну и жалко, а в такой вкуснятине почему бы не использовать. А вы только посмотрите, какое у меня сегодня хорошее настроение, мне пришла открыточка от Анюты из города Бийск, это Сибирь. Ой, так приятно, прям на старый Новый год, такие, знаете, такая мелочь, но так душу греет, и правда, я так благодарна вот за такое счастье, получать такие маленькие радости, вот знаете, ну прям, я очень, я счастлива, правда, вот прям всего открытка, да, но как она подарила мне настроение. Ой, а там я с вами сижу, приветики. Все, завтра будем убирать красоту. Уже все. Я всегда обычно на старый Новый год всегда убираю. Вот в этом году тоже уж не исключение. Уберем с вами завтра все. Всем доброе утро. Ой, девчонки, представляете, я уже съела половину своего завтрака и только вспомнила, что вам его не показала. Здесь я сварила кофе с молочком. Тут у меня тост на гриле с колбаской и сыром. Очень вкусно. Вот, всем приятного аппетита. Давайте посмотрим, что я сегодня буду делать.
Ну что, мы с вами перенеслись в зал и будем сегодня убирать эту нашу новогоднюю красоту. В этом году она не так долго у меня простояла, но ничего, тоже порадовала. Новые игрушки у меня были в этом году, ангелочки появились. Этого ангелочка я вам показывала, его мне подарила Даша. Это наша воспитанница в воскресной школе. Смотрите, как замечательно смотрится, правда? Милота, милота. Все, пока, елочка, спасибо за настроение. Ну все, теперь вот как-то так у меня в зале. Пустенько, конечно, но ничего страшного. Осталось разобраться вот в этом шкафу. В нем будем разбираться с вами вместе. Видите, у меня там такой бардак. Все, как попало, уж сложила пока. Здесь пока у меня стоят цветы. Там готовы композиции, а здесь те цветы, которые нужно будет разбирать, составлять новые композиции. Вот орхидеи пришли. Тут у меня емкости свободные. Ой, как-то так, в общем. Ладно, что теперь? Надо чем-нибудь другим заполнить это пространство. Ну или не заполнять, пусть стоит свободное, да? Зато так как-то воздуха побольше стало. У нас уже практически вечер, и совершенно случайно сейчас придет Алсушка с Данилушкой к нам на ужин. Я так рада. Уже соскучилась, хотя вроде мы всего-то не виделись немножечко. Но вот что значит привыкли на новогодние праздники вместе там что-то там проводить время, что сейчас уже это так даже тоскливо, типа, где они? А что-то давно не ужинали вместе. Сегодня просто спонтанно собраться решили. Я позвала. Я сейчас пожарила рыбу. Вот это филе окуня, которое я купила на днях. Замариновала его. У меня есть пюре. Сейчас быстренько сварганила салатик. Все покажу, конечно же. Но рассказать-то надо. Вот, ну и... Ой, ну Марик у меня там, смотрите, просится на балкон. Да, конечно, жарко тебе. Ну, так я ему открываю, он либо туда убегает, ну, посидеть, либо просто застывает и дышит прохладным воздухом. Здесь в коробке у меня елка. Сейчас я уберу ее туда, на балкон тоже. Ну что, ну и все, стол сейчас сюда перенесу, чтобы здесь удобно, все равно сидеть уж будет. Елку вовремя убрала тоже. Как-то так это с ней все равно. Меньше места намного было в комнате. Все, идем, зайчик, идем. Ой, смотрите, как ему надо. Очень надо, зайчик. Очень. Ой, как хочется. Все, девчонки, ну святое, надо. Надо его выпустить. Вот И такой у главное нас сидит. ужин Да нет, сегодня. там будет Леча, снимать. пюре, такой салатик получился с брынзой. Рыбка. Рыба, кстати, наша челнинская. Это филе этого окуня я купила. И грибочки. Все, приятного аппетита. У нас тут уже кофе с печеньками овсяными и лосушки, и панда, и котенька. Приветики. Приветики. Доброе утро. У нас уже время завтрака. Сегодня мы завтракаем тостами с яичницей. И здесь у нас, получается, будет кофе и печеньки. Вот такая красота. У нас здесь урок рисования полным ходом. Рисуем на тему крещения. Потом все покажем. Красоту. Тебе нормально? Ой, одела мой пуховик, смотри. Иди сюда, снеговичок. Вообще смешная. Дынь.